Вчера записались, сегодня получили. Вкладчики Чувашкредитпромбанка уже второй день получают выплаты в отделениях Россельхозбанка. Сегодня очередь у дверей банка агента значительно меньше. Клиентов обслуживают за 10 минут. Вчера я пришла, записалась на сегодняшний день. Меня обслужили очень быстро, в течение 10 минут. Свой вклад я перевела в другой банк, потому что у меня там был открыт счет. Деньги мне переведут без комиссии. Можно даже не приходя в банк, вот записаться электронно, что вот я и сделала. Мне потом отзвонились в банк, сказали, в какое время подойти. Мне показалось это очень удобно. Меня очень хорошо, быстро обслужили, предложили интересные вклады. Вот я уже один сейчас оформила. Касательно выплаты клиентам Чувашкредитпромбанка, сообщаем, что все проходит на штатном режиме. Сегодня второй день выплаты. Наблюдаем уменьшение очередей. Для того, чтобы ускорить процесс выдачи, мы подключили 11 офисов. Также есть выделенные номера телефонов для регистрации клиентов. Также можно направить сообщение на регистрацию через электронный адрес.